Центр? Да, в центр. Гоу-гоу, куда-нибудь вот сюда, вот, пошли эту точку отстаивать. Либо вот, вот сюда, вот, если ты встанешь, будет тебе прям вот. И вообще я туда не пойду, Саныч. В эти острова я манал. Тогда проходи в центр. Вообще в Да, центр проходи. да. Так и пойду. Так, а мне что, этот сопровождать? Никого не сопровождаю, вот тут на углу встань. Будем вот это, вот это место, где они больше всего сближаются, отстаивать. Тебе сейчас, кстати, дымы поставлю. Да сейчас-то рано поди еще. Да это не тебе. Ему нормально, я протяну далеко. А тебе вот Г прожимаю. А, ты далеко уже ушел, жалко. Вот сюда вы заходи. Андрей, вот сюда вот. Да, вот, да, да. Чтобы мог простреливать, что там какие-то бляди появятся с той стороны, блядь. Туда и проще. Давай. Если что, я сейчас вот сюда зайду, смотри, вот сюда зайду и попробую ихнюю точку перехватить. Сергей, это я тебе сказал, попробуй меня там прикрыть, если получится. Так, еще раз покажи, пожалуйста, Бузань. Вот сюда я пошел, вот. В попытке перехватить ихнюю точку. Красавчики, давайте. Светите, блядь, сколько влезет. Блять, по жопе мне дали, что за жизнь, блядь. Все, я ихнюю точку блокирую. Ну это мой пиздец летит, блядь. Все, нашу точку никто не сопровождает, а их я торможу. О, блядь, мне на палубу десантник парашютист опустился, блядь. Теперь сам, блядь. Ну да. Уходи отсюда, не надо сюда приходить. Зря ты сюда пришел, Сережа, зря. Там в дымах какая-то, блядь, стоит. У меня на нее пеленг работает. Здесь меня... О, там китикази. Меня... Или китикази давай разберем.
Но я не хочу с этого выходить, хочу подольше его протормозить, блядь. Уходи отсюда. Ухожу, ухожу. Они меня потом выбьют отсюда, блядь. Может быть, это плохим способом, но нашу жопу эту пихайте. Ты, блядь, куда пошел, сука, ё-моё? Ну, у меня просто... Там он 2000 хп осталось. У кого? А этот хер, все. Сука, бараны ебучие, блять. Вот нахуй я тут стою, блять, рискую своей молодой жизнью, блять. Меня Андергросс убивать идет, блядь. Такого красивого. Зря ты сюда вернулся, я же тебе говорю. Зачем ты сюда, блин, вернулся? Я хотел уйти, а там были торпеды. Я бы тогда на торпеды, если бы повернул сюда. Сейчас мы тебя потеряем, блядь. Надо было эту толкать, блядь, полностью, блядь. Дальше. Так, господа, я вас покидаю. Пора детей купать. Давай, давай, дело хорошее. Угу. Все, пока-пока. Угу. Давай. Блин, он даже через остров не может перекинуть. Сереж, чтобы вот так такие глупости не делать больше, ты старайся хотя бы вот иногда меня слушать, блядь, хотя бы через раз, понимаешь? Мы сейчас проиграем из-за того, что ты просто не в ту сторону пошел, блядь. Вот эти прекрасные люди, блядь, на Миссури и на Бунга, блядь, у тебя здесь с этими долбоебами, прости господи, просто не должно было быть. Вот здесь просто нечего делать, блядь. Бараны тупые, блядь. Сейчас заблокируют нашу сатостат, блядь, и мы проиграем, понимаешь? Ганновер один его не доведет, блядь. Сейчас еще Масавика заберут, блядь. Все, нашу точку заблокировали, до Новера утопили, блядь, это проигрыш, блядь.
Что, пробовать идти разблокировать? Да ты не вытянешь против Пуэрто-Рико и коня. Тем более тебе он плюха летит. Блин, он остановился, собака серая. О, так нас двое, все осталось, да? Эймац-то где? Где-то здесь уже, да? Неужели ты не видишь его? А, вон он где. Я-то думал, он обойдет сюда. Он свою точку пихать идет. Ты хоть немножко разберись в тактике хотя бы игры. Я про стратегию не говорю. Понял, из-за чего проигрыш там, блядь? Да я этот режим хрен знает, ну как играть. Прям, короче, надо толкать вот этот зеленый кружочек, а красный блокировать. Так спрашивай тогда, как бы, если плохо разбираешься или еще не освоился. Какого хера я там свою, блядь, молодую жизнь красивую отдал на точке, блядь? Я так и не понял, блядь, как идиот, блядь. Рискнул, выехал, все сделал, блядь. Два прекрасных линкора, блядь, пошли нахуй в обход, долбоёбы, блядь. И ты еще раз два раза туда развернулся. То есть сыграли как, ну, поделикатнее так сказать, но в общем хуже не придумаешь. Зачем авик бомбит Ямато, блядь? Слава богу, его утопили, блядь. Хей, блядь, в скалу попал.